Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте. Итак, встали на весы. И что мы узнали? А вот что недавно опубликовали. Опять американцы и университет Великой Британии также, и к ним присоединились пару университетов европейских, провели один опыт. Несмотря на то, что сегодня существует огромное количество способов борьбы с ожирением, оно до сих пор остается проблемой глобального значения. Народ упорно хочет кушать картошку. И доктор медицинских наук, сотрудник медицинской школы университета Эмори Дэвид Пролого и его коллеги решили облегчить жизнь тучных людей и провели процедуру, которая помогла им безопасно и эффективно избавиться от лишнего веса. Представляете? В эксперименте приняли участие 10 человек с индексом массы тела от 30 до 37, то есть с ожирением первой и второй степени. Во время процедуры радиологи вставляли иглу в спину пациента и, руководствуясь изображением на компьютерном томографе, вводили криогенный газ аргон в задний ствол блуждающего нерва. Чтобы было понятно, вот он, блуждающий нерв, и вот они вот в этот блуждающий нерв, вот он, вводили газ аргон. Представляете? Это как своеобразная заморозка. И благородный газ аргон, благодаря своим инертным свойствам и низкой стоимости, это недорого, широко применяется вообще-то и в промышленности, и в быту, и чаще, уже все чаще в медицине. А блуждающий нерв, расположенный у основания пищевода, является частью одного из нескольких механизмов, которые говорят мозгу, что желудок пуст. Специалисты наблюдали за участниками в течение 90 дней после эксперимента, и все добровольцы сообщали об уменьшении аппетита, улучшении самочувствия, и никто из них не испытывал осложнений или побочных эффектов. Общая средняя потеря веса составила 4% от первоначальной массы тела, а среднее снижение достигло 14%. Вот так вот. Согласно научной литературе, большинство программ по снижению веса не дает такого желаемого эффекта, особенно если они связаны с уменьшением количества потребляемой пищи, так говорит доктор Пролога. Когда желудок пуст, наш организм переключается на режим выживания, и мы готовы съесть все, что попадется на глаза. Заморозка блуждающего нерва, это называется именно так, не подавляет эту естественную биологическую реакцию, но снижает силу мозгового сигнала, отвечающего за голод. Поэтому мы надеемся, что их разработка, как они говорят, действительно принесет людям пользу. Но с другой стороны, я вот думаю, а если это воздействует на мозг, не нарушает ли это функцию мозга? И не будут ли в будущем это плохие последствия? Потому что обманывают мозг. В пресс-релизе, опубликованном в журнале «Общество интервенционной радиологии», говорится о том, что результаты первого испытания нуждаются в подтверждении. То есть, так как оно было ограничено небольшой выборкой и непродолжительным наблюдением пациентами. В настоящее время ученые набирают новую группу людей, чтобы не только убедиться в эффективности метода, но и проверить его на долговечность. Вот такие проводятся исследования и продолжают. Все-таки уже было доказано, что ведь лишний вес влияет на здоровье. Ну, я не знаю, как с заморозкой нерва, но вот 4 километра на пробежку, и, ну как, кто не может бежать, тот может идти.
Это действительно сжигает жиры конкретно. Но, ну, по крайней мере, поддерживает форму, поскольку в нашем возрасте, когда полвека позади, уже от воды полнеешь, просто от воды. Но тем не менее, девчонки, 21 плюс, все ушки на макушке. Хлеб не наша еда. Свинина категорически не наша. Картошка яд. Превращается в сахар в организме, мы толстеем. Ну и понятное дело, все эти сладкие напитки и прочее, сахар убрать. Ну, вот это одно. Очень много пить надо водички. Пьем, пьем, пьем. И, между прочим, ученые Бристольского университета выяснили, что лишний вес влияет на уровень смертности в гораздо большей степени, чем считалось ранее. Сотрудники университета проанализировали влияние высокого и низкого индекса тела на организм. И в исследовании приняли участие 60 тысяч детей и родителей, ну, у которых был поставлен диагноз ожирения. Ученые провели анализ взаимосвязи между массой тела пациентов, их физическом состоянии и смертностью в семьях. Совместно они это сделали с Норвежским университетом естественных и технических наук. Ученые из Бристоля выяснили, как смертность родителей связана с их массой тела и массой тела их детей. Исследование показало, что избыточный вес увеличивает риск смерти намного значительнее, чем считалось ранее. Это уже доказано. Все. Не предполагаю, а доказано. Предыдущие исследования не могли уловить чистую взаимосвязь между ожирением и смертностью. Проблема заключалась в том, что на выводы ученых влияли другие заболевания, перенесенные человеком. Но понятно, что когда у тебя избыток, то у тебя параллельно идут другие заболевания. А особенно от той еды, которую ты кушаешь. Жареная, это вообще 100% отрава, которые вызывают параллельные заболевания. И данный научный труд опирается на тот факт, что ИМТ родителей и детей связаны генетически. При этом на показатели ребенка не влияют болезни родителей. Взяв в расчет ИМТ детей и уровень смертности родителей, сотрудники научных центров смогли выявить прямое воздействие ожирения на риск смерти. И это исследование опровергает миф о том, что небольшой избыток массы тела не может сильно повлиять на здоровье человека. Влияет, поэтому следим, следим за своими детьми и тем более за собой. Мы обнаружили, что предыдущие исследования, говорят они, ну так они заявляют, это один из авторов исследования, доктор Дэвид Кларк, конкретно, если кому нужно, Дэвид Кларк. Он говорит, что мы обнаружили, что предыдущие исследования недооценили влияние избыточного веса на смертность. И наши выводы подтверждают нынешние рекомендации по поддержанию ИМТ в пределах от 18,5 до 25. Вот так вот Норвегия объединилась с Бристольским университетом, и совместно они выяснили вот так вот такие проблемы. 100% доказали взаимосвязь между пищей, которую мы потребляем лишней, избытка пищи, и то, что как смертность родителей связана с их массой тела и массой тела их детей. Очень интересные связи, и тем более, тем все яснее я даю вам ответ. Это тем, которые мне писали, что вы так часто говорите о похудении. Ведь можно быть и полненькой счастливой. Конечно, можно быть полненькой счастливой, но не настолько счастливой, потому что все-таки лишний вес носить каждый день – это тяжело. Поэтому почему бы не заниматься тем, чтобы контролировать себя каждый день? Да, это труд, это ежедневный труд, скажу я вам честно. Это постоянный труд, а это как слова. Мы контролируем то, что мы говорим.
То есть полностью наша речь очищена от мата. Мы контролируем то, что мы едим. Мы контролируем, во сколько наши детки ушли в школу, во сколько они приходят. Мы контролируем их уроки. Мы контролируем то, что мы готовим, из каких продуктов. Это жизнь, это просто называется жизнь. Вот и все. Все. Как только сбой, получается вот то, что вы видите перед своими глазами на экране. Все, я вас всех люблю. Будьте благословенны вы и ваши близкие. И всегда держите руку на пульсе и помните, что лишний вес приводит к очень плохим последствиям. Пока-пока.